Братва, ну что, мудрая женщина рассказала мне, как приготовить и разделать навагу, и я сейчас приступаю к записи нашего, так сказать, кулинарного ролика. Всем здравствуйте, и сегодня мы с вами будем готовить, разделывать и жарить рыбку навага. Так, у нас вот такие вот, штуковины, понимаете, тут это самое, как бы чешуя, да. Но я ее просто мочу вот так водичкой, хоп, дальше что? Дальше отрезаю головную часть. Ну, головы здесь нету, такая вот, да, все равно такой корешок и хвостик. И далее ничего, никакие плавники не чищу, просто рублю ее на кусочки, чпань-чпань, и складываю сюда. Потому что если вытаскивать хребет, все это у меня получается не очень хорошо. И можно всю рыбу распотрошить. А нам рыбу с вами распотрошить что? Нам с вами рыбу распотрошить не нужно. Нужно, чтобы она была целенькая. А когда она пожарится, уже возможно и там уже в процессе вытащить кости здесь не такие мелкие, как у ментая. Это я услышал, кстати, у тетки вот этой, которая говорит. Сам ментай никогда не покупал. Ну что, приступаем. Друзья, я не знаю, может быть, нужно отделять плавники, отделять кости, все это вытаскивать, хребты, снимать вот эту чешуйку. Скорее всего, так и нужно делать. Но я вот, видите, так топорно все покромсал. Лучше потом, когда в процессе там немножко повыбираю, чем вот это сейчас ковыряться. Эти все запахи, еще кости сейчас все здесь будет. И самое интересное, что вытаскивая хребет, мне кажется, я не умеючи всю эту рыбу, блин, распотрошу. Поэтому, дорогие друзья, кто в курсе, пишите комментарии, безусловно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И самое главное, да, давайте обратную связь, как можно, естественно, в интернете очень много видео, и все их не пересмотришь, но все-таки интересно, как именно вы, потому что методы совершенствуются, методы разделки наваги, безусловно, совершенствуются, все стремительно развивается, да. Как вы это делаете? А я приступаю дальше, чистить рыбку, дальше посмотрим, как я буду ее обваливать в муке. Друзья, я купил килограмм наваги, да, и у меня осталось еще вот 4 штучки. Потому что эта миска уже полная, из коробки не поместится. Я беру пакетик, я ее помыл. Беру пакетик. Сюда складываю рыбку нашу, рыбку пускай там отдохнет. И убираю в морозилочку до лучших времен. Попробую, что в этот раз получится. А это уже потом пожарю потом. Вот у нас с вами осталось 4 штучки. Ну, наверное, не знаю, грамм 400, может быть, 300. Морозилочку. Друзья, ну что, рыба порезана вот на такие кусочки. Дальше мы с вами берем целлофановый пакет, насыпаем туда муку, у нас, по-моему, даже кукурузная мука, соли, ну и приправ по настроению. Для того, чтобы все не залято всю кухню, вот это, как обычно, происходит, пакет всего это насыпаем и кусочки прям там внутри обваливаем. Сейчас покажу. Вот у нас пакет, да, берем ложку, вытираем ее. Мука у нас кукурузная, да? Кукурузная мука. Сколько там насыпать? Ну, одну ложку давай. Вторую ложку давай. Давай третью ложку, да? Давай еще четвертую. Все, положили. Дальше у нас идет соль. Соль. Сколько там соли, смотрите сами. Я вот насыплю одну такую себе и вторую. Больше не буду. Если
чуть-чуть мало, потом можно подсолить. Еще у меня есть укропчик, не знаю, зачем он к рыбе, но насыпь укропчиком. Еще у меня есть карри, не знаю, тоже надо или не надо, но в телевизоре все что-то делают. Все, теперь берем вот эту консистенцию. Ее там перемалываем, чтобы она равномерно распределилась, да? Ну, вы сами уже знаете. Все это замутили, закрутили. И дальше сюда наваливаем рыбу. Ну, сколько кусочков, смотрите сами, не знаю. Раз, два, видно, нормально. Так вот, даже будет разбить. Три, четыре, давайте пять, давайте шесть, давайте семь, давайте восемь. Вот, ну, еще много этой муки, я думаю, можно шпарить туда. Сейчас она там вся сама перемешается, уже вот 9, 10, 11, 12. Ну, на один заход, может, хватит, не знаю. Хотя, что, давайте еще навалим. Так, а что, может, все тогда и вывалим рыбу-то сюда? Что ерундой заниматься? Правильно, чаще сверху присыпем мукой. Ну, короче, наваливаем. Не стесняемся. Все, друзья, всю рыбу сюда зафигачил отсюда, сверху еще присыпал мукой. Ну и что, закрываем пакет. Главное теперь, чтобы он не порвался. И начинаем все это вот так вот динамично, ритмично перемалывать. Видите, и вся кухня чистая, обычно все тут делаешь, все это падает. А тут вот все, вот так вот поделал. И даже для рук это как вот, знаете, такое это самое, ну, антистресс. Ну вот немножко поделали, мука там распределилась, соль распределилась. Ну главное мука, соль-то что, соль-то и умно. Главное, чтобы пакет не порвался, а то будет, конечно, печаль. Даже, наверное, можно делать два пакета, чтобы мало ли что. Все, готово. Что у нас здесь есть, ребята? Ну, пожалуйста, смотрим. Вся рыба уже обваленная в муке, все в точности до миллиметра. Ну это восхитительно. Ну что, друзья, мы помыли, почистили и обваляли рыбу в нашей муке, так сказать, кукурузной, с солью и всякими приправами. И остается разогреть сковородку, добавить растительного масла на сковородочку и по одному кусочку аккуратненько выкладывать. Огонь небольшой, чтобы сразу не спалить ее. Я поставил вот наполовину, у меня электрическая, да, вот эта фигня, наполовиночку, на пятерочку. Всего 10 у меня единиц, 10 можно сделать, просто пулить, да, я сделал себе пятерочку, чуть-чуть, чтобы она жарит. Ну что, все, ждем, когда разогреется сковородка, и можно выкладывать нашу навагу. Ребята, рыбку не забываем переворачивать, чтобы она прожарилась равномерно. И добавляем маслица, потому что мука с рыбы так в себя масло сразу забирает. Я прям только налил, только положил рыбу, сразу сухая сковорода, чтобы не сгорело. Добавляем маслица. Понятно, много масла вредно, но раз уж вы жарите, так жарите, чтобы не сгорело. Thank you.
друзья, ну что, вот и пожарилась наша с вами рыбка навага. Получилось достаточно красиво, вроде так вот, так сказать. Осталось попробовать, давайте попробуем. Она горячая, правда, еще? Ну-ка. Ну, соли маловато, но мы еще подсолим. Главное, что это самое. Что немного соли. Нормально, хорошо. Поставил вторую партию жарить. Ну что, всем приятного аппетита. Очень вкусная и полезная рыбка, источник омега-3,6,9. Скорее всего, жирные кислоты.